Ja. Hallo? Ja. Guten Abend. Stu? Не могу, блядь. Ой, не, я не буду. Что такое жизнь, реально ли смерть? Что произойдет, если увеличить Землю вдвое? Что происходит с человеком в космосе? Ответы на эти и многие другие вопросы вы можете получить, перейдя на канал Кейзипа. Он занимается озвучкой интересных зарубежных видеороликов. Он первый и единственный, кто начал озвучивать определенные крупные зарубежные каналы. Так что быстрее подписывайтесь на него, чтобы не пропустить новые ролики. Ссылка в описании под видео. Здорово, друзья, меня зовут Саня, добро пожаловать на троллинг продавцов номер 7, это уже 7-я часть. У меня в гостях человек, с которым я постоянно... Постоянно снимаешь выпуск. Спасибо. И для того, чтобы звонить сейчас продавцам и их троллить, я захожу на сайт squirtshop.ru и покупаю там аккаунт с балансом, ибо мне не хочется тратить настоящие $5, а 49 рублей не жалко. И да, если ты хочешь троллить так же, можешь переходить на этот сайт и покупать там аккаунты, экономя кучу денег. Ссылку я также оставлю в описании. Извините. А на каком масле машина едет? Растительном или сливочном? Не понимаю. Машина на масле каком? На растительном? Блять! Сука, сам мне жалко нахуй из-за этой хуйни. Да потому что она, блядь, полчаса рассказывала, блядь, а мы как поразим. Позвони, извинись, нахуй. Да позвони, извинимся, блядь, реально. Да иди ты нахуй, блядь. Я уже закрыл. Я хочу извиниться. Ну ладно, давай. Извините нас, пожалуйста. Ну ничего. Пока. Алло, Роуз, здравствуйте. Здрасте. Я по поводу машины. Ага, сейчас, подождите. Алло. Алло, Роуз, здравствуйте. Алло. Здрасте. Да, я слушаю. Я Басков. Можно пару вопросов вам задать? Ну, вас Роуз зовут, я представился Басков. Вот. Мне к пылесосу Рауфа, будьте добры. Я слушаю вас. А вы аппарат, я думал, сын ваш. Я по поводу ВАЗа, можно пару вопросов? Я слушаю. Я Басков? Рауф. Я по поводу машины звоню. Да? Это Папа Карло? Как вы обращаться к вам можно? Бля, извиняюсь. Ты мне, друг, позвонил со скрытого номера и хуйню мне включил. И ты время видел, когда ты звонишь, куда звонишь? На часы посмотри. Я с Артемом говорю, да. А? Я с Артемом вообще базарю. Ты не базаришь, разговариваешь. Время видел сколько? 12 seconds later. Я говорю то, что ты мне сказал. Увидимся завтра. Ты то, что ты сказал, ты это и сделаешь. Это не я говорил, это мой брат был. Че ты, блядь, заржал нахуй? Реакция интересная. Сука. Слышь ты, ты че, меня заебать решили? В смысле? Да в прямом смысле. Артём, вы чего? Я вам по поводу машины звоню. Слышь, идите вы нахуй. Слышь ты, со своими друзьями. Давай встретимся, слышь ты, давай увидимся, давай приедем. Я ж тебя раз***ю, дурачок, блядь. Я веду, да, приезжай, да. Не, я с калашом просто хочу приехать. Слышь, я тебе говорю, если еще раз ты мне позвонишь, я бля буду, я все, я найду тебя в рот поебал. 12 seconds later. Ты че, охуел ты, гандон ты ебаный? Я твой рот не смотрел. Извини. Ты охуел, дрезина ебаная. Ладно, извини, пожалуйста. Дай мир ты на всё ещё. Ты чё, гандон ебаный? Я тебе завтра говорю, завтра давай увидимся. Ну давай. Ты чё, охуел, бредина ебаная? Давай разойдёмся мирно, ты просто не отдашь машину свою. Завтра давай увидимся, ебаная. Такого больше не будет, ладно, извини. Да я тебе сказал, ты понял меня? Извини, пожалуйста. Я тебе сказал, что ты завтра приехал. Ты за свои каждый умоляю, извини. Так, вот, смотрел по поводу Лады Калины, просто я и смотрел, да, там, в справочниках, вот. И такой вопрос, реиндустриальный катализатор, насколько быстро устает и опускается ли он вообще? И насколько он у вас перпендикулярно лобовой объем высыхаемого масла? Не знаю.
без понятия. Так, ну, вы волонтер? Я продаю машину. Я не понимаю, что неси. Че ты хуйню какую-то пишешь, во, блядь? Не знаю, блядь.